Всем привет, друзья! Это Закупыч, и это первая посылка от подписчика, которую мне прислали. Это приехало ко мне с деком. В описании к этому видео, если кто не знал, в группе ВКонтакте и в Инстаграме Закупыч я давно сделал посты, что вы можете присылать свои посылки в рубрику «Посылки от подписчиков». Кстати, в комментариях придумайте название для этой рубрики, где я буду открывать посылки от подписчиков. Может быть, посылыч? Ну, типа, я Закупыч, посылыч или что-нибудь такое. Ну, типа... Не знаю, как назвать эту рубрику. В общем, по ссылке от подписчиков. Первый выпуск с деком. Также в описании к этому видео будет мой адрес до востребования в Почте России и в СДЭК. Можете кому удобно с деком отсылать, можете кому Почта России. Только обязательное условие: обязательно скиньте мне трек-номер отслеживания. Или Почта России трек-номер, или СДЭК, чтобы я все это дело отследил и забрал вовремя, чтобы она нигде не завалялась. Давайте открывать. Я сижу дома. Жена сидит дома, мы все сидим дома, поэтому очень приятно получать от вас посылки. Надеюсь, вы туда не наплевали. Ха-ха, и какашек не положили. Шутка, шутка. Я уверен, что все нормально. Опаньки, смотрите, как хорошо запаковано, слушайте. А, кстати, откуда у нас эта посылка? Давайте, у меня на почту пришло письмо от СДЭКа. Так, это посылка из города Самара. Самара, всем привет. И отправила его Анна Александровна. Анна Александровна, привет. Вы самая лучшая мама на свете. Это она посылала, сыну ее попросил. Сыну привет. Кстати, по-моему, у него скоро день рождения. Или уже был день рождения. Я просто не знаю, как быстро пришел посылка. Поэтому поздравляю его с днем рождения. Вас с днем рождения. Все с днем рождения. Что? Что там? Я чувствую, там много всего. Там прям много всего интересного. И это... А что это за упаковка такая? Такая красивая. А это Альфа-банк или что это? А-а-а. Давайте я назову это видео, вот так скриншот сделаю. Посылка от Альфа-банка. Так. Чик. Опаньки. Ничего себе. Ничего себе, там много всего. Давайте по порядку. Вопросы. Brawl Stars, Барли, редкий боец. Да, Барли, кстати, я сейчас его качаю на 500 кубков. У меня что-то не особо получается. Ой, я даже вам покажу. У меня у него... В общем, у меня у Барли есть даже суперсила. Сейчас я вам покажу его. Давай, грузись. Грузись-ка. Вот он, мой Барли. Смотрите-ка. У меня даже 10-я сила на нем. 447. 460. Пытаюсь качать. Суперсила у меня открыта вот эта. Урон от основной атаки Барли увеличен на 140 очков в секунду. О, классная, кстати, суперспособность. Так, дальше у меня вот у Ворона есть. Не понял. Звездная сила 2 из 2. А, типа здесь гаджеты сюда можно цеплять. А, все, я понял. Слушайте, я хочу Ворону гаджет. Ладно. Так, золотая кнопка от подписчика. О, кстати, а вон моя серебряная лежит. Сейчас вам покажу. А вот моя серебряная кнопочка, и внизу таблетки от кашля. Что-то жена кашляет прям страшно. О, надеюсь, мы все не умрем. Так, дальше. Золотая кнопка от подписчика. Закупычу, спасибо. От Андрея Огаркова. Или Огаркова. Или Андрей, привет тебе. Самый лучший подписчик, представляете? Он попросил маму, чтобы она мне отправила посылку. Самара город. Самара городок. Беспокойная я. Вопросы, как дела? Дела нормально. Сидим дома, гуляем, наслаждаемся жизнью. Это прям как Новый год, как будто бы отпуск. Жена дома, я дома, Милана дома. Красота. Ты любишь Лего? Обожаю Лего. Мы как раз, моя жена... Посмотри, у меня у канала жены называется Валюша Милая. Они делали поделку сад из Лего. Мы купили за 2500 здоровенный ящик Лего. Ты любишь Бакуганов? У меня, кстати, вышел же обзор на Бакуганы. Ты что, не смотрел? Обожаю Бакуганов. Вот они даже лежат, смотри. Мой ящик Бакуганов. Вот это полный ящик Бакуганов. Вот он. Видишь его? Вау. Вот оно он. Так. Что дальше там написано? Маленький ящик дарю. Это лайк. Спасибо большое. Это как будто бы ящик из Brawl Stars. Я твой подписчик. Я дарю Лего и собаку. Настоящая собака, она что, умерла? От нее никаких звуков. Привет, Закупыч. Привет, привет. Спасибо. Так, это чик. Перевязано резиночкой. Письмецо. У меня жена, кстати, блины готовит. Возможно, вы сейчас слышите, как это миксер работает. Подпишись на Закупыча. Золотые слова. Слушай, спасибо. Очень красивая елочка у тебя. Очень красивый Закупыч получился. Привет, Закупыч. Старт. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А, это игра. Слушайте, это типа игра. Нужно бросать кубик.
и ходить по полю. Типа, есть зоны красные, когда ты возвращаешься назад, есть зоны... А, ну только 30... хороших зон нету, есть зелененькие, типа, дополнительный ход, скорее всего. Ничего себе ты, затейник. Рисунки. Опаньки. Рисунки Brawl Stars. Давай заценим. Опаньки. Вот они рисуют. Слушай, это тоже можно прям на заставку бросать. Прям вот так. О, вот так скриншот делать. Ворон Эль Примо. Ворон похож на Буратино. Эль Примо похож на Эль Примо. Или на этих бойцов, которые... как Джон Сина! Кто знает Джона Сина? Это только я. Наверное, только алды знают, кто такой Джон Сина. Так, еще письмецо. Brawl Stars, какой твой любимый бравлер? Конечно, Ворон, у меня же он на заставке даже. У меня же есть канал Стримчаныч. Сейчас вам покажу даже. Вот мой канал Стримчаныч. Видите, у него на заставке Ворон стоит. Вот, видите? Поэтому мой любимый бравлер, разумеется, Ворон. Даже вот по Brawl Stars тут выходит видос впереди. Fortnite, Brawl Stars и Валюша моя снимает три в ряд, этот садовник Остин. То есть я снимаю, я делаю стримы по Fortnite, снимаю видео по Brawl Stars, иногда делаю стримы по Brawl Stars, но по Brawl Stars давно что-то не было. И вот игра играет садовника. А, ну еще на PlayStation ко мне приезжает Бейзон, и мы с ним играем, это Mortal Kombat или Injustice. Так, Ворон или Леон? Конечно, Ворон. Brawl Stars против Fortnite. Ну, конечно, Brawl Stars. В Brawl Stars я играю каждый день. А в Fortnite я играю только тогда, когда делаю стрим. То есть, когда идет стрим, я играю в Fortnite. Ну, где-то в Fortnite я играю два раза в неделю. Закупочую написано. Brawl Stars, большой ящик. Ой, большой ящик хочу открыть. Fortnite, закупыч. О, какой закупыч, посмотрите. Закупыч, красава. Еще рисунки? Ну, ты меня прям закидал рисунками, слушай. Так. Тут написано закупочу. Оп. Brawl Stars, это Ворон. Уоу, это Ворон? Вот это Ворон? Это демон какой-то. Тебе 150 гемов. Вау, я очень рад. У-ху. Это закупить желтый. Это красный Ворон. А это какой-то узорчик. И смотри, тут котик золотой сидит, очень красивый. Это красный Ворон, кто лучше? Закупыч, лайк поставь. Спайк или Сэнди? Вот мне Спайк нравится, слушайте. Мне нравится Спайк, у меня даже где-то мягкая игрушка. А, кош, у меня есть мягенький Спайк из распаковки, это вредные игрушки, подделки на Brawl Stars AliExpress. Там у меня маленький Спайк есть. И кошка таскает его по всей квартире. Она прям любит с ним спать. Поэтому Спайк. Вон, где-то Спайк валяется. Он обычно у меня здесь лежит, но я его здесь не вижу сейчас. Закупычу и вот такой... О, слушай, ты прям это выражение лица прикольно придумал, нарисовал. Да ты прям художник. Отдайте вашего ребенка на курсы художника. Так, здесь у нас, я так понимаю, Лего. Ага, вот она Лего. Оно тут половина, наверное, высыпалось. Давайте вот так будем делать. О, вот сюда будем высыпать. Чик. А, это эти пакетики. Сейчас. Это пакетики, вот эти мы покупали. У нас даже есть они. Вот такие прикольные. Милана будет рада. У нас как раз такого не хватало. У нас есть кошечки, а собачки не было. Так, тут у нас Лего, есть Лего флаг. О, как раз нам флага не хватает на поделку в сад. Мы отнесем. Мы поделку в сад уже отнесли, а флага не хватает. Лего паук. Ничего себе, у нас не было Лего паука. Это Лего хвосты, Лего шляпа. Еще можно использовать. Лего змея здесь есть. Огонь Лего, это от Ниндзяго, наверное. У Ниндзяго были такие. О, тут много Лего. Слушай, классно. Так, давайте буду брать отсюда и перекладывать сюда, чтобы мы ничего не забыли. Здесь у нас попрыгунчик, попрыгун, попрыгунистый прыгун. Это... О, это похоже на Лего, но это не Лего. А что это такое? Это не валяшка или что это? Это должно качаться. Это из Киндера? Похоже на Киндер. Разумеется, стиратели 2. Кстати, у меня есть, сейчас есть целый ящик стирателей. Ой, сейчас покажу. Смотрите. Вот он. Целый пакет стирателей 2. Я его разыгрываю. Если там 10 тысяч на обзоры тролли соберется, то мы разыграем их. Слушай, ты много всего прислал. Красава. Ой, это у тебя набор такой был? Давайте посмотрим, что за набор у него был. Так, это что за набор? Лего рыцари. Это King Knight, или как он-то назывался? Kings Mine Figures. Вау, вау, кто вам нравится из этого больше всего? Мне нравится чувак с уточкой. Потом мне нравится геймер.
Мне нравится Человек-пицца, мне нравится Лисенок. Ой, они все классные. А где взять такие, где купить такие наборы? Очень прикольные. Получается, у тебя был рыцарь, у тебя был человек с уточкой, у тебя был вот этот рыцарь, который самурай, и была девочка на велосипеде и училка. А где такие наборы продаются? Я хочу себе такой набор. Вау, фишечки. Фишечки. Бэтмен, где детонатор? О, а у меня, кстати, вот этого не хватало. Это лента 1 или лента 2? У меня такой фигурки не было. Также есть скрипыши. Это у нас грустныши. Два грустныша. Надеюсь, у вас сегодня хорошее настроение. Никогда не грустите. Это кто у нас? Это у нас единорогач и зомбаш. Или зомбарек. Это бесяших. Это машинка Hot Wheels. О, кстати, у меня такая есть. Это моя повторка будет. У меня такая есть. Кто-то мне на турнире дарил такие машинки. Кстати, это первая посылка в истории, которую мне прислали по почте, которую я распаковываю на видео. Потому что до этого мне дарили только подарки на турнирах. Вау! А это что за тачка? Это тоже Hot Wheels? Да, это Hot Wheels. Моя Милана, раскрою вам секрет, обожает Hot Wheels. Моя жена Валюша Милая к себе на канал снимала обзор, что купит ребенок на 5000 рублей в детском мире. И Милана там себе купила наборчик Hot Wheels там из 4 машинок. То есть ей очень нравится. Вау, а это что такое? Это волчок? Ничего себе. Ну-ка. Давайте поближе. Look at this. Хоп. Так. Вау! Прикольно! Прикольно! Прикольная штука. Смотрите, как крутится обалденно. Это можно даже биту подарков от подписчиков сделать. Это с бейблейдами. Типа он такой компактный. Хоп, потом полетел. О, давайте сделаем так на крупном плане и буду показывать вам все. Это у нас кто? Это человек-муравей. Муравей. Единственный в мире малыш-муравей. Так, а это кто такой? Это ниндзя. Это тоже какие-то типа лего, но это не лего. У меня были такие черепашки-ниндзя, а это Шреддер к ним. Мне кто-то дарил таких черепашек-ниндзя, а теперь у меня есть такой Шреддер. Слушай, классные игрушки, хорошие у тебя родители покупают такие, знаете, коллекционные штучки. Я обожаю именно вот такие коллекционные игрушки. О, ты пытался покрасить волосы этой, Капитану Марвелу. Пытался волосы покрасить. Это у нас кто? Это у нас Мюзикалич и Грустныш. А вот и черепашки-ниндзя к Шреддеру пришли. Кто круче, черепашки-ниндзя или Шреддер? Ну, Шреддер тоже крутой. Шреддер тоже крутой был. Так что да. Это... Ого, это что, это лего такой? Сюда, наверное, должна вставляться какая-то штучка, ее можно запускать, да, типа... Это этот, как BBP, или как его зовут? SCP. Да, я не SCP. О, свиньи. Откуда они такие классные? Это как свинья, не валяшка. Слушай, откуда она такая? Так, это у нас... О, это эти, как их называют? Я делал на них обзор давно. Забыл, как они называются. Мобит их делает. Они еще продаются в этом, в магните. Ой, у меня прям вылезло из головы. Короче, это такие монстрики открывают. Ну, это типа открывалка, они там разные бывают. Это открывалка, они очень классные. Слушайте, я видел, кстати, их по акции где-то. В дочка-сыночек надо купить. А это кто такой? Это мотоцикл-зверь. Мотоцикл-единорог. Тоже оригинальная игрушка. Она тут не должна открываться? По-моему, должна открываться, не? Ого, и что, она умеет ездить? Да, она, кстати, хорошо ездит. Прям хорошо ездит. И поднимается. Классная. О! Это тоже типа в стиле Шреддера и Черепашек-ниндзя, которых мы распаковывали. Ну кто это? Это из Звездных войн или кто это? Или в Черепашках-ниндзя такой был? Я не помню такого типа. Тоже ретро-игрушечки. О, вот эти игрушки, кстати, мне тоже очень много дарили. Я так и не понял, откуда они. Это игрушки из... Он тут не должен... А, он, да, да, он вот так делает. Типа вот так. Чук-чук. И двигает этими ручками. Тын, 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 тын. Я не помню, откуда они. Так, у нас черная пантера. Вау, какая перчатка Таноса. Даже две перчатки Таноса у нас теперь есть. Вау. А это кто такой? Это Лего-человечек. Как его зовут? Кто знает, как его зовут? По-моему, он был в Лего-фильме. Не был или был в Лего-фильме? Вот такой типус. А шляпа к нему есть? Он же дарил мне шляпу, может, она к нему подойдет? Или не подойдет? Где шляпа?
Я потерял шляпу. Ну ты не переживай, ничего не потерялось, просто я это положил сюда. Так, так, вот она шляпа. Ах, нет, она ему не может одеться. Не может. Ее надо на что-то сажать специально. Ладно. О, еще кошечка. По этой кошечке такое ощущение, можно животик крутить. А, да, ей можно крутить животик, и у нее крутится голова, видите? Я кручу ее животик. Прикольная кошка, слушай. А это откуда? Это тоже киндер или что это? Эф, это тоже оригинальные игрушки какие-то. Не знаю, откуда это. Далее у нас есть коллекционные вот эти домашние животные. Вот это жизнь домашних животных. Чик-чик-чик, чик-чик-чик, чик-чик-чик. А что ты умеешь делать? Это что у нас, киндер? 2019 год. Что он умеет делать? Он типа как сидит на этой миске, она как будто бы крутится. Кажется, что он должен делать что-то. Так, дальше у нас есть Танос. Танос, иди в коробку, там твои руки тебя ждут. О, это же из киндеров, да? Там что-то надо жмать было. А, вот так. Видел сегодня такие яйца, камень, ножницы, бумага. Видели в автоматах яйца продаются, камень, ножницы, бумага. Там жмешь на кнопку, типа тын-тын-тын. И они тебе выпадают, типа камень, ножницы или бумага. Вот так и здесь, типа ты вот так ту-ту-ту. И у тебя выпадает молот Тора. Хопа, радиация 6, цель 5. Какие-то характеристики. Наверное, это в какой-то игре используется. Но я не знаю, что это за игра. Тут у нас с днем рождения. О, кстати, с днем рождения. Дизлайки не ставьте вы. Иначе Человек Америка надает вам люлей. Щит Человек Америкой, сделанный 3D-ручкой. Обалденно получилось, бро. У меня даже есть где-то суперкот, и теперь я смогу ему прилепить суперкоту в руки вот такой щит. И будет у меня суперкот Человек Америка. Вот он. О, мячик. Мячик, попрыгунчик. А это что такое? Что это? Это кусты Лего? О, у меня такого вообще никогда не было. Теперь у меня есть куст Лего. А это что такое? Это какая-то подставка под что-то. А под что? Непонятно. Так, пока я не понял, под что это. Так, скрепыши, когда вы уже кончитесь? О, есть замерзлыш, кстати, он очень редкий. У меня он очень редко попадался. И злодеич. Также есть, разумеется, черепашка. Ниндзя, мы не жалкие букашки. Супер ниндзя, черепашки. То есть у меня практически вся коллекция теперь таких игрушек. И даже есть кунг-фу панда, когда была маленькая. Но это не кунг-фу панда, это из какой-то другой серии. Ну, будем считать, что это маленький По. Или вы смотрите маск, шоу Маск на ТНТ, там тоже есть панда. Вот это он. Это Топалов, я думаю, в маске. По-любому Топалов. Так, это у нас кто? Сердечко. Сердечко переливается. Очень красиво. А это... О, это бегемотики переиздания, да? Это новое переиздание? Да, и смотрите, крутится колеса, и она двигается. Видите? Я кручу колесо, и она двигается. Приколюха. Слушай, приколюха. Ну-ка. Вум-вум-вум-вум-вум. А, надо держать как-то. Вот так. Вум-вум. Видите? Типа он плывет. Ха, прикольный, слушай. Это переиздание бегемотиков. В мое детство вот у меня была коллекция таких бегемотиков из киндеров, когда я был маленький. Я 90-го года рождения, если кто не знал. Так, о, еще один, смотрите, в нашу компашку. В компашку вот этих супергероев, которые я не могу понять, что они умеют делать. Но они умеют показывать Хари Кришну. Хари Кришна, моя сила сегодня вот такая. Молот 1, цель 4. Далее, разумеется, есть мини-лента. Видите, какая? Вау! Красота! Так, и осталось у нас тут по мелочам. Ой, собачка! Посмотрите, какая! Вау! Где ты ее взял? Это лего-собака такая крутая. О, Милана будет сейчас в восторге от такой лего-собаки. Так, потом тут есть лего-рыбка. О, вот такая рыба нам выпала в лего «Холодное сердце». У меня была распаковка всей игрушки «Холодное сердце». Там был лего-набор «Холодное сердце». И там такие рыбки были у меня. Голова черепашки-ниндзя. Это лего-черепашка-ниндзя или кто это? А куда ее голову надо приделать? Я не понял, не понял. Так, далее у нас, что это? Какие-то детали. Это летучая мышь. Это у нас арбузик. Лего-арбузик. Еще какая-то деталь. А, это типа щит или что это? Это как на стену одевается. Микрофон. Я всегда с собой беру микрофон. Лидсингер в доме и гостях. В машине и на даче. Лидсингер, мы с Лидсингер вместе. Алды только поймут. Ваши родители, надеюсь, вспомнят эту передачу. А вот и все, друзья. Слушайте, куча всего мне подарил. Обалденно, я счастлив. Большое тебе спасибо.
Передаю привет тебе и твоей маме. Спасибо вам за подарки. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Короче, внизу написаны мои адреса и ссылки на ВКонтакте, Инстаграм. Короче, смотрите мой адрес внизу в описании. Отсылайте посылку. Вам дают трек-номер в чеке. Вы этот трек-номер сбрасываете мне в Инстаграм или в группу ВКонтакте, в сообщения, в личные. Ссылки на группу Инстаграм в описании. И чтоб я вашу посылку не пропустил. Все, всем добра, любви, позитива, хорошего настроения, здоровья. Не болейте, сидите дома, а не гуляйте. Или гуляйте. Мы в лесу гуляем каждый день. Хорошо, когда есть лес рядом, как у меня, и можно погулять. Все, всем пока-пока.